Всем привет! Здравствуйте, дорогие друзья и любимые подписчики нашего канала. Аквапарк называется Акварио. Акварио расположен в городе Омск. Это Сибирь. Мы уже сделали съемку и хотим вам показать то, что из этого получилось. Друзья, мы находимся сейчас, как я уже сказал, в городе Омск. Периодически маши руками. Раз нам не разрешили съемку делать обзор, мы просто хотя бы сделаем вот такие физиономии, то вот так. И будем здесь делать видеосъемку с обычного телефона. Я понял, давай. Помаши. Поехал. Да. Прикольно. Маши рукой. Я тебя фотографирую, маши рукой. Еще раз.
пишут, что запрещается, но не пишут, какая температура. Пишут, что запрещено часы, там, вилки, ножи с собой проносить, нырять запрещено, чай с собой приносить горячий. Реально? Или кофе? Что, реально написано чашечка перечеркнутая горячая. Ну какой йод туда с кофе в чай болеть? А вот тоже какая здесь температура не указана. Не указана температура, какая на каждой горке. Впрочем, вот так вот. Вот так мы боремся с водными преградами. Помним детство мое, помним детство твое. Короче, наливай. Сразу хочу сказать, что вроде бы чистенько. Ну, там, то там мусор, мусорка лежит, то там мусорок лежит. Вроде бы теплая водичка, но заходишь в горки, горки холодные. Не все, но, конечно, неприятно. Потом пятна, вот, которые вентиляционные в бассейне, уже давно не чистились. Они прям такие темные. Ну, в общем, ладно, это ерунда. Вы посмотрели наше видео. Омск. Очень красивый город. Общее впечатление о самом городе Омск. Первое, что надоедает, это дороги. Потому что дороги здесь нет. Просто нет. Только центральные кое-где. И то, видно, одна бригада работает на весь город. Второе, это комары. Комары здесь просто настолько злобные мутанты, что просто-напросто вечером ходить просто опасно. На тебя накинутся, раскусают, накусают, как вампиры. Всем хорошего, всем удачи и добра. Да, кстати, пару слов о спонсоре выпуска. Спонсор сегодняшнего выпуска – компания Sandelux. Компания Sandelux делает жалюзи для ваших окон. Солнце светит прямо в глаза, и не спрячусь никуда. Что же делать, не пойму. Во, Sandelux я позвоню. Sandelux – это собственное производство рулонных штор и жалюзи. Это качество и быстрота изготовления, бесплатный замер, доставка и установка. Ссылочка будет внизу, в описании. Да будет с вами счастье. Спасибо за просмотр, друзья. Нажимайте красную кнопку, чтобы подписаться на наши новые видео. Ставьте лайки. Не забывайте про комментарии. Если видео понравилось, размещайтесь в своем плейлисте и делитесь с друзьями. Всего хорошего. До встречи.